Понтонний міст через річку Казиний Торець планують замінити на новий. Про це 4 травня під час виїзної наради в селищі Селезнівка повідомив міський голова Слов'янська Вадим Лях. За словами градоначальника, понтонний міст необхідно реконструювати, не чекаючи ремонту автомобільного мосту, зруйнованого у 2014 році. В принципе, я думаю, что уже к этому в этом году проблема будет решена, потому что Верховная Рада приняла перераспределение денег на ремонт этого моста. К большому сожалению, мы еще не получили финансирование по имеющемуся у нас проекту. Это объездная дорога, завод Содовый 1, Содовый 2 с мостом, чтобы, если бы она была отремонтирована, позволила бы увести поток, транспортный поток в объезд центра города. Даже если, скажем так, на сегодняшний день, вот вы видите, что работы никакие не ведутся, соответственно, они не ведутся и у нас в городе, при самом лучшем исходе, это то, что летом начнется финансирование, начнется строительство, да, все равно мы понимаем, что дай бог, чтобы к ноябрю месяцу, к декабрю оно было сделано, это все, если пойдет в идеальном режиме. Чего ждать, в общем-то, сложно. На думку мера, найбільш прийнятним варіантом було б замінити дерев'яне покриття мосту на металеве. Це дозволить зняти обмеження на проїзд по ньому великовантажного транспорту і звільнити від важкої техніки центр Слов'янська. До того ж, таким чином влада планує уникнути протестних акцій мешканців вулиці Торської та зберегти на ній дорожнє покриття. Обращались ко мне о том, что с жалобами, с постоянными. Тем более мы, как жители города, знаем, в каком состоянии у нас находилась улица Торская, что это всегда были провалы, там были пустоты. В свое время она была непроездная, очень много средств было затрачено на ее восстановление, ремонт. Сегодня, я думаю, что есть, не хотелось бы, но дома трясутся. Реально, там люди жалуются, живут в сложных ситуациях. Два дома на сегодняшний день лопнуло. Стоят маячки, мы смотрим за динамикой. Два дома находятся с трещинами, которые появились вот из-за интенсивного движения по улице Торской. Поэтому, чтобы не допустить дальнейшего разрушения, нам надо, конечно, грузовой поток увести из центра города однозначно. Втім, за словами військових інженерів 194-го понтонно-мостового загону Держспецтранслужби, варіант з металом не вирішить проблему, а лише погіршить ситуацію. По-перше, метал під впливом опадів стає досить слизьким матеріалом. По-друге, при такому інтенсивному русі залізне покриття протримається не більше 2 місяців. Та й взагалі понтонний міст, сконструйований ще у 56-му році, не призначений для руху важкої техніки. В принципі, мост не призначений для фур. Как я и говорил, нагрузка оси дает там точечное напряжение. Уже были примеры, когда фуры проваливались здесь. И то, что постилка металла, она, ну, опять не решит на постоянный вопрос. Это всего лишь вопрос нескольких месяцев. Тож, компромісним рішенням стане встановлення на місці існуючого мосту тимчасової переправи для великовантажних автомобілів. Для цього Вадим Лях планує звертатися до головного управління штабу АТО та керівництва Донецької військово-цивільної адміністрації. Буду обращаться в область с этими вопросами. Также есть еще, мы уже общались о том, что насколько целесообразно перекрывать блокпосту данную трассу со стороны Харьков-Славянск. Да? Может быть, есть смысл его углубить в сторону Красного Лимана, потому что, в принципе, он как такую, я так не вижу, что он ограничивает въезд в город Славянск. Он только поток, который идет с Харькова. Ну, опять-таки, психологически водителей нет желания им проходить два блокпоста, они, безусловно, въезжают в город Славянск тоже из-за этого, в том числе легковой транспорт. Поэтому после праздников, думаю, что мы еще раз с вами встретимся на эту тему, я вам отчитаюсь, что сделано.